Я спросил у ясеня, где моя любимая. Вон Танька, пастушиха. Но и штате в Германии гуляет там. Там она в Германии гуляет. Деньги зарабатывает Таня Пастухова. А у Ярции директором работает в дворце. Хорошо, круто. Круто, девочка, делаешь. Круто, милая, делаешь. Концов можно пройтись и в других городах Германии. А в Дрездене нужно идти... Видишь, она в Дрездене. На просторной театральной площади города расположен, вероятно, один из самых красивых театров в мире. Называется он Оперный театр Земпера. Туда я и спешу, предварительно заскочить... Видишь, Танька идет, пастушка. Что творит, а? Там гуляет, а тут директором работает. Что творит? Пожалуй, это лучшее завершение дня, коль поход в Дрезденскую оперу. Сегодня Таня, вот Таня дает. Лучше бы ты в Ярцеве оперу сделала. А то люстру украли даже во дворце. А? Так или нет? Так или нет? Люстра где? Валя. Ну, украли. Украли во дворце даже люстру в Ярцеве. Большую, что коммунисты купили. За большие деньги. Где люстра? Негодяи. Где люстра? Пророк Санбой спрашивает.